не попадет на мель, которую мы ему тут изобразили. Ну что, а наши команды должны будут помогать рулевым говорить направо или налево, или делать шаг вперед. Да? Идем по одному. Первый идет Иван. Эта команда «Черная жемчужина» и экипаж поддерживает. Поехали! Он без поддержки прошел, поэтому поаплодируем. Отлично. Ну, рулевой в «Черной жемчужине» прям-таки самый опытный. Наверное, будущий капитан. Садись. Так, ну что, девчонки готовы поддержать своего рулевого? Поехали, Алиса. Ну отлично! Тоже рулевой справился со своей задачей и корабль на мель не посадил. А вот к нам присоединился